Демидовские томаты, или как в народе их называют, помидоры, они резко отличаются от всех других сортов, которые выращиваются у нас в зоне. Это, как правило, невысокого роста помидоры. Вот, растения невысокого роста, очень крепкие, мощная зеленая такая у них структура, да? И они абсолютно не требуют пасынкования, подвязки, прищипки. Это саморегулирующийся рост, саморегулирует растение. Вот здесь вот видно, вот уже первые помидоры. Вот они висят. И, в общем-то, я не хочу никого обидеть, но я бы сказала, что это помидоры для ленивых дачников. Или для тех, у кого помидоры, дача находится очень далеко. Что вот не поедешь каждый день, и не польешь, и не закроешь. Они, это сорт сибирской селекции, Барнаульской опытной селекционной овощной станции. Вот. И, в общем-то, он у нас дает очень хороший урожай, крепких, довольно плотных помидор, которые можно и для сока, и для томатной пасты, и в салаты, и для консервирования. Он универсального назначения. Ему не нужна опора, он большой не вырастает. Вот еще подрастет вот такой вот, и все, и больше не будет. Но помидоры достаточно крупные.